взять выбор все-таки, где я? Все-таки что основное, а что будет уже сопутствующее? Мне, ну, как бы, надолго службы, и как бы я поняла, что я лучше буду делать, ну, как бы, хорошо стараться делать одно, а второе, уж если получится, и как бы внутри не рваться, потому что первый день меня разрывало от того, что я хочу на практике, а мне надо бежать там, не знаю, что-то делать, договариваться там, чаи ставить, еще что-то. Хотя хотелось именно вот в первый день вот такая рвачка была. И вот я к концу дня поняла, что нельзя уже рваться, потому что надо успокоиться. Я когда внутри вот решила, что я это делаю, а все остальное получится, будет время, я отдамся этому. Не получится, я не буду страдать. Вот когда мне этот внутренний как бы сдвиг произошел, мне стало где-то легче, вот, но при этом как бы я на самом деле билась завистью, завидовала всем вам, что вот вы можете ходить там вот, ну, какие-то погружаться там в состояние уходить в лес, то есть надолго, да, то есть мне не всегда это удавалось. То есть я пыталась что-то делать, но все равно у меня вот, вот эта вот реальность меня бьет. Так, во сколько там чай поставить, во сколько чего, то есть вот, были маленькие, помните, промежутки. Вот, и поэтому я была, скорее всего, сконцентрирована не на внутри себя, да, на внешних каких-то вещах. Но через внешнее я поняла, тоже можно узнать многое про себя, потому что постоянно какие-то возникали ситуации по одной там в день при общении там с вами, с администрацией, там, ну, со всеми этими делами, да. Вот. Но это тоже хорошая, интересная школа, потому что для меня это тоже первый такой семинар, вот именно выездной, когда, ну, в городе-то одно, там ты пришел, помещение открыл, и все вроде бы, да, и больше ничего не надо. Здесь вот, вот, больше обязанностей, но было интересно себя проводить этого амплуа. Вот. Но это как бы вот близко, если все-таки попытаться выделить часть вот тематическую, вот что, что лично для меня из того, что я успела, да, мне как бы особенно запомнилось. Это, конечно, вот первый день, потому что я еще вот как-то более глубоко погружалась, вот это хорошая погода и погружение в природу, вообще практики с природой мне, ну, как бы вот, я понимаю, что это очень важно, потому что город это одно, а природа нас все другие состояния дает. То есть вот эти практики с природой. Вот. Потом лично, ну, как бы мне нужно было биоэнергетику. И вот я прям впитывала в себя вот эти вот практики биоэнергетические. У меня даже, кстати, практически спина второй день уже не чувствуется. То есть, если я там первый день еще какой-то корсет одевала, то сейчас я уже про него забыла еще вчера. Вот. Поэтому, ну, как бы для меня это тоже результат, при том, что как бы нагрузка была все-таки какая-то, постоянно что-то бегаешь, делаешь. Вот. И как бы моя стихия, это все-таки были эти сенситивные практики. То есть там я ощущаю себя как-то вот в такой вот комфортной ситуации. А вот то, что касается, то, что мне давалось хуже всего, это вот астралки и, ну, Тибет как бы так, сардинка наполовину. Вот. Я на самом деле не скажу, что я въехала вот эти сновидческие все темы. То есть как-то вот, то ли мне уже к вечеру было уже ни до чего. Вот, то есть это, я понимаю, что для меня самая малоизученная, самая, ну, какая-то труднодоступная область, вот астральные все эти вещи. Вот, ну, как бы, по крайней мере, есть, знаешь, ну, как бы, на что нужно для больше обратить внимание. Вот. Ну, то, что касается, вот, наверное, по теме, да. И я не могу сказать, чтобы я выбрала тематический семинар или такой микс, да, как бы, если там и там свои вещи, потому что когда вот, как сейчас, такой вот смешанный семинар, ты как бы пробуешь разные виды деятельности, как бы ты, ну, ты как бы, ну, реализуешь разные свои стороны, но при этом, может быть, нет большой глубины в каждом. Но, по крайней мере, ты как бы вот попробовал то, попробовал это, и как бы наполнение по-разному происходит с спектром. Вот, то есть иногда нужны такие семинары, как я думаю. Вот, иногда, может быть, действительно нужно избрать тему, когда человек выбирает, что именно эта тема нужна, и он едет именно правильно. Желающих много появляется, вот, допустим, да, в одном направлении, да? Вот. Да, то есть, вот, если человек... Вот я понимаю, вот уже сейчас я бы не выбрала семинар астральный там неделю, я бы умерла, наверное. Поэтому я, может быть, к нему не готова, и поэтому вот в этом плане. То есть мне хватало этих практик вот таких вот здесь, ну, трудных для меня, да? Вот. Например, ту же тему, например, сенситива, я бы с удовольствием проработала как бы глубже, то есть, ну, чувствуешь, что вот там есть что-то твое родное, и как тебе хочется реализовать это. Ну, как бы как инструмент уже пользоваться. Вот. Ну, а все, ну, как бы все остальное, это, наверное, уже там мои организаторские там уже свои. Как организаторские, допустим, мы сейчас, может быть, скажем. Чтобы не писать. Скажи, какие мы были при этом. Какие мы были. Нет, это были. На самом деле. Там все это не.
Да, у меня вот как бы, у меня было, как бы вы мои, не скажу, что вы мои как бы как дети были, да, но я как бы следила, чтобы вам было комфортно, хорошо, чтобы вы успели там сделать это все, да, и при этом как бы у меня было общение вот еще с, как бы, с внешней стороны, как бы, с администрацией, так или иначе, приходилось быть это, слуга двух господ, да, как бы, уравновесить. На самом деле, вот я каждого из вас, знаете, как это надо в поход пойти, проверить там друга, это парня в горы Белинские, да? То есть, ну, может быть, не со всеми я пообщалась вот как бы глубоко, но с некоторыми я теперь вот знаю, с кем бы я там пойду в разведку, на кого-то чего я могу там довериться. Конечно, больше общения происходило с теми, с кем живешь вместе, потому что постоянно пересекаешься, вот, в общем, да, вот какой-то. Вот. Но, тем не менее, как бы семинар... Как я вот для себя увидела, вот это, я такую резюме подвожу, что на самом деле потребность в общении, она, как я, это я мое личное мнение, она как бы пересилила, может быть, некоторые, ну вот, погружение в глубину. То есть вот я видела, что были люди, которые приехали, вот им бы вот, ну вот, практики с утра до ночи, и вот они приехали за этим. А часть людей приехала, как бы им нужно еще и общение на единомышленники, которых нет вот там в городе, да, тут все, каждому не поставим глаза, да, родная душа, то есть можно с каждым поговорить о том и всем об этом. И, на самом деле, это тоже важно, потому что, ну, в городе мы пришли на 3 часа занятий, да, на 2, разбежались, всем по делам, никто не может остановиться, то есть, и как бы мы не хотели встречаться там где-то после, там, ну, не получается как-то, вот, разводит эта суета жизни, да. Вот, и поэтому я даже для себя не знаю действительно, как вот соблюсти, вроде бы и общаться хочется, и вроде как глубины хочется, надо помолчать, надо походить там, значит, побыть в себе, вот. И вот надо найти какой-то такой, наверное, вот как бы компромисс того, или может быть сначала общаться, да, когда вот, ну как бы заполнить вот, может быть, какую-то такую нишу, и дальше уже выбирать именно семинар тематический, когда приезжают люди с конкретной заточкой поработать, ну, вот с этим. Ну, это все-таки мои просто сейчас спонтанные мысли вслух. Ну, не знаю, как вот спросят, какие вы. Да вы все хорошие, все мои любимые. Я с вами работала до семинара в плане, как бы общалась, то есть мы там как-то созванивались. То есть... Нет, я понял вопрос, ну что, захочется ли тебе снова связывать? Связывать? Как захочется. Обратной дороги нет. Да, знаете, у меня как бы, я тоже, да. 4 года избрали. А там путем голосования. Нет, я на самом деле очень рада вот видеть такую достаточно большую группу людей, то есть у нас 18 человек, представьте, да? Когда в марте возникла здесь семинар, я думала, ну, десяток людей наскрести там со скрипом, думаю, в городе ты людей не выцепишь вообще, я обзваниваю, по 100 человек приходит 20, понимаете, 15 из 100, да? А тут людей уговорить уехать хрен куда, черт на кулички, там, на сколько-то дней, я думаю, это будет нереально, ну, и как бы и деньги, и время, и все. Но как бы жизнь показала, что вот я была не права в своих этих солдатики. Да, что оказывается есть люди, которые именно вот на такую форму визного семинара ценят, понимают. И вот как бы послушав вашего, я поняла, что действительно эта форма работы, она по содержанию, по форме, она действительно очень продуктивная, очень наполняющая, насыщающая. Действительно, мы, может быть, многое поймем, вот когда мы сейчас вернемся в этот тот мир, да? И мы поймем действительно, что у нас изменилось и как мы можем там пространство теперь. А как важно, что именно, вот представляете, если семинар прошел, и не было бы никого, кроме нас. Это да. То есть... Нам вдруг в последний момент заселяет все, да? И мы проходим все эти занятия, да, и уже не слышишь, дети играют, бьют эти. Да, я помню, первый раз 2-4 часа. Ты знаешь, что до 4 песни у нас горланит под эти, ну, под окном. У вас, не знаю, там слышно нет? Нет, у нас все хорошо. И каждый день, и они мешали, просто они мешали. Как без них вообще? Тоже научили, да. Смотрите, он прогорланил последний раз. Ушло в прошлое. Да, ушло в прошлое. Как жалко. Сам не понимает, думаю, что он сделал, потерял. Миг заскочил. Да, на самом деле в любой ситуации можно относиться по-разному. Сказать, что вот, когда нам мешают тут, в многих материях, а они такие примитивные, пиво пьют, и
матом ругается, на самом деле, вот, когда понимаешь, что этот негативный фон, он как помогает тебе перейти на другой просто уровень. Хорошо в тепличных условиях, да, там сидеть. Вот тогда прорабатываются, ну, какие-то, все эти вот, как мы говорим, преодоления некоторые, да, вот эти, но оно вообще не важно. Конечно. Я тут долго уже наговорила. Хорошо, что снег пошел. Вы же замечательно, все выехали.